Доброе утро всем. Вот гостиница Кронвель. И сегодня мы будем снимать этот пляж. Большой кусок такой. С гостиницей Кронвель. Тут очень много русских, украинцев, Казахстана. Большая территория. Там паркинг. В субботу-воскресенье здесь все забито вообще напрочь. Ну и здесь вот с гостиницы тоже все забито. Пляж тоже чистый, каменистый. Сейчас хочу спросить, канои были? В том году канои были. Хочу поплавать с сыном на канои. Но я не вижу их. Мне очень нравится канои. Катамаранов нету. Сейчас у кого-то ностальгия, здесь тысячи людей отдыхали в этом Кронвилле. Такой вот у них пляж, шезлонги расставлены. Нету канои. Волейбольная площадка знаменитая наша. Я здесь научился играть в волейбол. Вот такой вот пляжик. Здесь находится два бассейна. Вот. Барса Лухес. Есть туалеты, есть кухня. Кофе не скажу вам, почем напитки. Ну такое. Они только открываются. Знакомых лиц я не вижу. Так что, значит, туда я не пойду, наверное. Территория огромная, пляжа. Чисто, ухожено. Здесь делится пляж, отдыхает all inclusive. И кто не all inclusive. Они даже шезлонги по цветам отличаются. Разница. Сейчас пройдем, покажу. Где дядьки с золотыми крестами, жгутами сидят, там all inclusive. Я их так называю. По-другому не назвать. Люди неадекватно себя ведут. Прошу заметить. С этими браслетиками all inclusive. Думают, что им все позволено. А не так. У вас тоже две руки и две ноги. Вот, белые шезлонги, это all inclusive начинается. Браслеты желтые. Ну, да, ну пляж нормальный. Сейчас утро. Люди кушают, поэтому мало. Сейчас 10 часов. После 10 припрутся все. Прибегу отдыхать. Канои нету, жалко. Что еще за Кронвель могу сказать? Здесь есть большой детский бассейн. Здесь есть взрослый бассейн. Здесь есть пляж, волейбольные площадки, есть футбольная площадка. То есть для развлечения с ребенком пойти. Да, это можно. Это стоит того. Везде, конечно, кэш надо платить. Но... Ну что поделать, ребята говорят, привет, YouTube. Вот такой пляжик у нас. Кстати, в Нейпоре намного больше людей забитых. А здесь только суббота-воскресенье забиты. Погода жесть. 34 градуса. Очень жарко. Кальмера! Собака разругалась на меня. Нету каной. У нее жалуются, нету работы. Говорит, не знает, что происходит в этом году. В принципе, у всех так. Все греки жалуются.
Раньше парашюты здесь были, кто хочет. Сейчас тоже, в принципе, есть, но... Но никто не платит деньги. За парашют часто дать 60 евро, чтобы прокатили. 60 евро. Это мне надо полтора дня работать, чтобы прокатиться 10 минут на парашюте. Так что такие цены. Кризис. Кризис в Греции, ребята. Отдых. Отдыхать супер. Но деньги тратить уже... люди столько не хотят. Ой, а вот мой грибочек научился купаться. Нико, ты молодец. Как водичка? Суперская. Тебе нравится здесь? Бомба. И русалка моя плавает. Ребята, напоследок хочу вам сказать то, что я еще могу предоставить экскурсию. Экскурсии могут быть разные. Могут быть поездка за шубами, может быть поездка на Олимпус, на водопады, можно поехать в Салониках. Район 100-150 километров от Платамоноса. Можно поехать в Катерины, можно поехать в любые парки. То есть там уже ваша какая-то фантазия. Мой график свободный с 8 утра до 2 дня. Я оставлю свои данные, как меня можно найти в Фейсбуке, ниже под видео. Пишите, ребята, чем смогу, тем помогу. Экскурсии не очень дорогие, договориться всегда можно. Так что ждем, пишите. Всем пока!